Старшее поколение активно участвует в общественной жизни, принятии важных управленческих решений. Дорогие ветераны, мы помним о наших героях. В этом году в области отреставрированы около 140 памятных знаков, мемориальных комплексов и обелисков погибшим воинам. Во всех муниципальных образованиях приведены в порядок могилы ветеранов. К этой деятельности мы подключили волонтеров и трудовые коллективы. Не прекращают работы поисковые отряды. Тюменские ребята разыскивают все новые и новые свидетельства прошлого. Ежегодно календарь событий региона включает массу различных мероприятий с участием наших земляков-фронтовиков, тружеников тыла, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. Практически все они проводятся совместно или по инициативе Советов ветеранов. В нынешний юбилейный год в плане более 700 встреч и творческих проектов, посвященных подвигу советского народа в годы войны. Мы стараемся на 100% использовать нашу активность, вашу активность, неравнодушие, готовность делиться мудростью и воспитывать молодежь. Мы хотим, чтобы каждая страница истории Великой Победы была бережно сохранена и передана подрастающему поколению. Уверен, вместе с вами мы сделаем все возможное, чтобы те, кто приближал долгожданную победу на фронте, в тылу, кто восстанавливал разрушенные послевоенные города и села, кто закладывал основу нашего будущего, всегда чувствовали себя нужными и востребованными. Великая Победа и сегодня вдохновляет всех нас, жителей Тюменской области, на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. Низкий поклон вам за все, что вы сделали для нас и нашей Родины. Дорогие земляки, от имени всех жителей региона поздравляю вас с наступающим праздником Великой Победы. Желаю всем здоровья, бодрости духа, энергии, оптимизма, долгих лет жизни и мирного неба над головой.